Три минуты. Давайте. С чистого листа начнем, с Бонивуром. Бонич! Человек, которому вы пытаетесь позвонить, временно недоступен. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после сигнала. Здравствуйте, уважаемый император крабов. И это все, что удалось записать? Эй! Алло. 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 Абыр, абыр. Понеслась. Винду переустанови. Меня все хорошо слышно. В смысле, в скайпе все нормально по настройкам. Ладно, сейчас проверим. Но тебя не слышно, не слышно. Винду переустанови. О, промелькнул, ненадолго. Промелькнул. Вот, ну, баса. Попробуй перезвонить. Все ок. Узнаете, как контент попер качественный? Вот я зашел в Discord. Правой кнопкой на окно, комнату, куда ты меня собираешься пригласить. Правой кнопкой на комнату, куда собираюсь пригласить. Ага, настройки сервера, параметры уведомлений, ссылка... Ссылка на создать голосовой канал? Нет. Стоп. Вот я в эту комнату пришел. Правой кнопкой. И что, создать? Экспресс настроить? Пригласить-то как? Демон Хантер, насколько я понимаю, там AD Carry, да? Нифига себе, как... Откуда ты такие слова знаешь? Серьезно, я изучал. Я изучал материалы очень активно. Так что, знаете, я в материале. Я готов вас порадовать. Прекрасно, прекрасно. Пара терминов, больше ничем, правда, порадовать не готов. Какой-то ликбез будет перед тем, как побежим? Ну, не умирать. Какие-то полезные советы. По ходу пьесы. Понял. Я вот пытаюсь в игру зайти, у меня написано в игре. Надеюсь, что она... Надеюсь, что она сейчас развернется. Это первое испытание твое. Зайти в игру, давай. Это не так просто, как казалось. Ну, реально, написано в игре, но пока... Пока только надпись. Тестили за полчаса до стрима, все нормально, все запускалось. Конечно, все конечно. И в самый последний момент вот такая вот... Привет, Волкер. Привет всем, ребят. Я пытаюсь зайти в игру, но пока что... Пока что мертвый Нефалем. Центр обновления Windows включается. Вот сейчас я его... Тут да его в качель отключена. Никакого обновления винды. Ребят, представляете, что будет в самой игре, если Бонич не справляется пока с запуском самой игры? Слушай, ну я делаю все, что от меня зависит. Я нажимаю две кнопки. Ты стараешься, к тебе вопросов нет. Да, тут вопрос, не знаю, ко вселенной. За что она меня так? Вот. Нажимаю играть. Запуск. Так, интригует. А пока Бонивор пытается запустить игру, я поприветствую тех, кто смотрит это в записи, потому что запись пошла. И мы находимся... Вы находитесь, и мы находимся на первой части серии трансляции «Мертвый Нефалем», где я, ваш покорный и непокорный Михаил Мирчук, он же Майкер, Бобер, вместе с великолепным Олегом Бонивуром Горючкиным, который никогда не играл в «Диаблу», будем пытаться проходить ее на хардкоре. Ну как, пройти «Диаблу»? Сейчас все покажем. До 70-го левела нам всего лишь нужно докачаться, это делается за 15 минут в текущих реалиях. Пропаровозить вообще изи. Но Бонич никогда не играл. Фишка будет в том, что будем играть на хардкоре. Бонич никогда не играл. Если он умрет, как начинают все героя? Заново. Его сменить? Что еще раз? У меня кнопка «Сменить героя» прозрачная. Плашка. Ну, создать, значит, героя нужно. Ты не... Вернуться к игре. Вот, «Сменить героя». Интерфейс. «Сменить героя». Что дальше? Создать, да? Да, да. Где твой доспех? Где твоя нормальная пушка? А я могу как-то прокачать себе? Обязательно. Этим мы сейчас и займемся. А где? Где? Секундочку, подожди. Нужно определиться со сложностью. Какая сложность тебя устраивает? Обычная? Высокая? Эксперт? Мастер? Истязание? Слушай, я играю первый раз. Давай, конечно, истязание, естественно. Отлично. Не переживай. Подожди. Смотри, смотри. Я тебе настройки объясняю сразу, внимательно слушай, один раз объясняю. Подожди, меню, подожди. Красное — это жизни, голубое — это там мана или что там у тебя, второй ресурс. Снизу видишь 1, 2, 3, 4 — это хоткеи, 1, 2, 3, 4 на клавиатурке. Ага.
Вот, а потом мышкой, левой кнопкой и правой кнопкой можно назначать умение. Вот, правой кнопкой нажмешь и увидишь, там и умения будут открываться. Ок. Бутылек пьешь на букву Q, но у бутылька есть кулдаун, перезарядка. Алло. Я ищу, а, ты подвис просто, как... я понял. Я ищу как настройки, как ролики. Ну, я повторять уже не буду, Бонич, пойдем. Да я все понял. Пойдем, Миша, пойдем. Подожди. Ролики у меня скипаются. Где это? Куда зайти-то? Нифига себе, какие зомбари плотные. Нифига себе, какой мы уровень сложности поставили. Вот это да. Блин, ну ты, конечно. Игра правее там есть. Так, настройки, игра. Правее. Так, пока Бонич разбирается с настройками, мы просто 70-й быстренько с вами нафармим и все. Заходим. Ты здесь? Да. Нет. Заходим, говорю. Вот сюда вот, да-да-да. Вот сюда вот. Оп. Это Биг Мак. Так, подожди. Громкость голоса. Громкость фоновых звуков. Громкость эфира. Почему меня так громко машут мечами? Я понял. Применить. Готово. Все нормально. Прекрасно. Кнопка «Применить» помогла тебе, да, в этот раз? Да-да-да, кнопка «Применить» обычно помогает, да. Прекрасно, прекрасно. У нас какая-то новая задача. Стой, появилась. Книга! Ты что книги не читаешь? Это 270 опыта. Хорош. Новая задача у нас какая-то. Куда идти? Что делать? Бонич, выручай. Бонич, что делать дальше? Надеюсь, она лучшая, тебе же сказали. Задачи какие у нас сейчас? Что делать? Поговорить с капитаном Рамфордом у ворот. А где? Новый Тристан. Я хрен его знает. А у тебя хп маловато, ты видишь? Бутылек, не хочешь выпить? О, нифига себе, реально хп маловато. 15 Все. Минут, говорили они, до 70-го левела. Паровозят. Это будет неинтересно, говорили нубасы. Так, а ты уже убежал вперед, что ли? Не, я стою там же, где и ты, ничего не делаю. Ты когда будешь шпиляла брать, скажи, я там, мы с капитаном за тебя порадуемся. Я не понимаю, какие звуки мне нужно понижать? Громкость чего это? Громкость фоновых звуков или чего? Я думаю, вообще громкость тебе нужно повышать, если... Ой, левел ап пока, смотри. Ты больше в настройках сиди, быстрее уровень будет расти. Сияющий щит. Из щита крестоносца так. Расходится свет. Так. Который. Который. Всех мочит. Ну, как-то так, если... Класс. Если... А у меня фиолетовые собаки. Пойдем дальше. Ну вот, норм. Интересно, когда ты умрешь первый раз? Что ты скажешь? Я думаю, что я не умру. Слушай, они нормально так наяривают, ё-моё. Уровень сложности такой. А у нас эквипа никакого нет. Бутылка! Господи, как ты... Боже, ты чуть не сдох. Это базовый вообще зомбари, что ж ты делаешь? Бонич, слушай, прекращай. А что я могу с ними сделать, если они меня так месят? Сколько играл в эту игру, никогда такого не было. Руна какая, что она модифицирует? Ничего нету тут никаких рун как вообще. Как нет? Внизу руна умений написано. Там без руны написано. Ну, а есть доступное справа? А, вот, наказание есть. Наказание есть рык. Если крестоносец блокирует удар, находясь под действием эффекта бдительность, то он приходит в ярость и наносит урон всем ближайшим. Не может быть. Может быть, даже и союзникам. Нет, союзникам точно нет. Возвращаемся в город. Смотри, есть такие чекпоинты, которые позволяют телепортироваться сразу. Правильно, телепортироваться. Вообще ты все знаешь. Подожди, бочки, а ты не разбиваешь их, что ли? Я не умею. Вот, смотри, вот это вот, вот капитана надо убить. Вот этого, аккуратней. А где ты, Бонич? Я спускаюсь. Бонич, меня убивают, Бонич! Сорян, Мишка. Почему тебя не было? Всем привет в этом чате. Вечер в хату. О, уворачивайся от взрывов. Не попадай под заморозку. Ё-моё. Пей бутылёк. Не так скоро. Ни хрена себе. Это Frozen. Не попадай под них. Не попадай, Бонич! Да изи вообще, чё ты кричишь-то? Должна быть какая-то интрига. Да я... О, нет, что-то зеленое под ними! О, зеленое под ними! Я не знаю, что происходит. Нормально я сохраняю? А вообще их? Отлично. Я сейчас, мы все умрем. Какая-то женщина. Зачем ты подходишь? Нет! Нет, господи, я не пройду с ней никогда. О, боже ты мой. Ну я ж лежал. А что у нас сразу взорвалось? Тебе прошлые не взрывались сразу. Что делать теперь? Выход в меню? А мы сначала прям начинаем или с этой пещерки?
Господи. Запускаем новое голосование относительно того, какими героями сейчас мы будем унижать эту игру. Не-не, я тем же, я только понял спеллы. Нет, не факт. Пользователи выбирают, какого героя. А главная статистика у меня интеллект, да, насколько я понял? Как ни парадоксально, но это правда. Ты попробуй держать. А-а-а! О, нифига себе! Такая ульта есть в лальце у чемпиона. Очень похожие игры, очень. Так. Нет, не пойму. Миш, я не могу с интерфейсом разобраться. Я тоже. Ты... Ой, я перепуган на него. А ты не будешь атаковать его? Он меня бьет, Бонич. Я его заморожу. Я урона как-то стратегически не хватает. Где ты? Куда ты? Куда идти-то? Блин, значит, надо было на нормале нажимать. На чекпоинт, например. А где ты? Для этого нужно больше ненависти. Я бегу за тобой. Чекпоинт! Чекпоинт! Ну! Чекпоинт! С города телепортироваться! Мы в прошлый раз сюда ходили, Бонич! Ну! Хорош крабить, мы уже проходили. Один раз, как я тебе делать? Объяснял про чекпоинты. Я в это время настраивал эти. Как, что-то настраивал. Важно. Ну как ты в прошлый раз-то прошел-то? Вспомни, как ты в прошлый раз прошел. Пешком бежал. Нет! Понял, хорошо, чекпоинт с города. В центре города чекпоинт находится. Тыкаешь, да, переходишь. Вижу. Тыкнул. О, я здесь. Короче, уворачивайся просто, понял? Уворачивайся. Поехали. Да, вот. Я уже понял. Я ее торможу как могу. А не стой. Сейчас заморозишь, что. Хорош. Твою мать! Я вообще не понял, я же не... Она хрен знает где была, или... Неважно, под тобой хрень появляется просто! И надо уходить из-под нее, и все! Подо мной хрень, понял. Ты же уворачивался до этого как-то от нее. Какая разница, где когда она, под тобой хрень? Я ее не увидел, да, я просто думал, что если она ко мне подходит, то... Так нет. Все, я собрался. Персонаж? Ну это вообще по-тупому, вообще по-тупому. Ты на одном и том же месте отдаешься. На одной и той же хрени. Ладно, раз отдался. Но здесь-то зачем? Варвара, бери своего. Я монаха беру. Как же меня бесит такая криворукость твоя. Ну я прям... Ах! Ну это то, что вы хотели, ребята, получаете. Но я буду страдать за вас, ничего, пускай она... Ты-то ни хрена не страдаешь, дорогой друг. Нет, мне очень обидно то, что ты все говоришь, понимаешь? Ты мне каждый... Просто кидай приглашение в пати. Ух, это будет непросто, конечно. Ты где сейчас, скажи мне? К торговцу, я думал, ты пришел, да? Блин, я думал, это ты бежишь со мной рядом. Сейчас иду к торговцу. Понятно. Там какая-то баба просто за мной бегает, я думал, это ты. В новый ресторан нужно, да? Да. Иду. Я здесь. Торговец как выглядит? Так же, как вот, в прошлый раз. Нашел. Так, и чё? Трофейный короткий меч 7,7. У меня сейчас что? У меня топор 7,8. Дубина и 9,8 магический кинжал. Во. Берем. А тут что? Короче, постарайся не сдохнуть. Не да. сдохнуть. Ну, я на этой ледышке, да. Снова кастует. Бутылек пей. Бутылек на ку пей. Съел. Все нормально. А какого хрена он меня задамажил-то? Не пойму. Отступай! А, сука! Я давай! Ухожу к выходу, пытаюсь идти к выходу. Сейчас бутылек у тебя когда откатится? Ой-ой-ой, стреляет, отошел. Стованет. Ты там, может, подерешься, у тебя же здоровье полное. Наступает. Вижу. Теперь я вижу. Слава тебе, Господи. Изи вообще. Вот ключ. Ух! Так, ой, что-то мне тут надавали, столько всякой хрени. Только купить можно? Ну-ка, надеть. Ой, вот эти толстячки, они обнимаются и взрываются. Самое главное, они взрываются после смерти. Будь осторожен. У меня в левой руке ничего нет. Как так? Куда делось? Я не могу понять. Блин, я что, продал? Фу, твою мать! Пошел в жопу, торговец. Так, еще раз. А ты зашел к двум торговцам, закупил все, что нужно? Нет, конечно. А почему? Да я не нашел же тебя, ты убежал куда-то вперед. Я. А ты же мимо них всех пробежал просто. Да. Смотри, вот первый торговец. А вот второй торговец. А где ты ходишь?
А торговцы подсвечиваются на карте... Миша думает, что я его стрим смотрю, а я... Так, вот, нашел тебя. Так. Постарайся от меня просто не отставать, и все. Да, и будет значительно проще. На карте справа нарисован торговец. Видишь, иконка такая, торговца, раз. Да. Вот, на него тыкаешь и торгуешь. Броне там есть. Там кольца есть, вон живучесть на кольце. Ну, что-то я не особо вижу, что-то полезное. Ну, нет, так нет. А, стоп, кольца, ё-моё, ты таких еще не видел. Да ездишь. Так, берем кольца. Живучесть и скорость атаки. Так, и как его надеть? Так, кольцо. О! Их можно два надевать, окей. Мужик, давай второе. Нормально. Восполняет 49 единиц здоровья при ударе. Нормальное? Или нет? Ой, извини, я думал, меня будет спрашивать подтверждение при выходе. Сейчас я вернусь. У меня гоблин. Быстро, Бонич, не убьем. Пойду. Прыгай на меня через флаг. Чекпоинт уйди. Вот если бы мне внятно объяснил про флаг, я бы пошел. Чекпоинт где, ты знаешь? Нет, в городе, чекпоинт, посреди города, там, где ты прыгал 100 раз, блин, уже. А, сейчас понял, забей, понял, не успеем. Понял. Я не стану этого делать. Я умер. Да ладно. Может быть. Я бы умер 100 раз, если бы это была боевая ситуация. 100 раз бы умер. Ну ты же убежал вперед, я же не... Я да говорю, какая разница, я сюда. Уже говорю, что нужно идти ко мне, значит, надо идти ко мне сразу же, быстро. Я не могу найти это было. А, вот нашел. Ты там был раз 20. Вот, нашел чекпоинт. И вот где тут флаг? Куда нужно идти? Руны Тристрама, Соборный сад или Новый Тристрам? Не открывай карту. Закрой карту. Так, закрыл. Флаги там есть рядышком какие-то? О! Все, теперь я все понял. Он ушел. Оп. Еще его полчаса бьют, а не-не-не, меня бьют. Я умру. Нажал на хилку. О! Так, давай-ка мы не будем сейчас рисковать. А, скрафтить проще всего. Точно, крафт же есть. Никсперта поддержал ваш канал опять на 1000 рублей. Ой, и сообщает. Последнее предложение от Никсперта. Последнее предложение. Такое? Удачные игры так, в любом случае. Знаешь, какое предложение-то? Просто обязан стучиться какой-то экшен, больше не заберется, освоится, все шансы за 16 трайв взять, даже, кажется, количество 5 перебором. Организуем минимально символическим риском с твоей 0.3, либо давай премию, выбранную мной, еще лучше. Хорошо, давай, 16, мы потянем за 16 трайв, пройдем игру, ты не будешь умирать больше, Бонич? Я постараюсь не умирать, но мне бы другого героя. Прыгай на меня, короче. Сейчас, я тут последнее закупаю. На герое. Нет, все, ладно, хорошо. Готов. Ты готов, я возьму, да? Энергетик, секундочку, готов. Да, ребят, это первый тормент. Бонич для себя сегодня впервые открыл Diablo 3. Я в шоке от этого открытия. Тут действительно очень много информации для неподготовленного человека. А где ты? Опа, меня бьют. Опа, больно как, а? Я здесь. Будь осторожен, там урон очень хороший. Бутылек выпивай, убегай. Хрена себе. Подожди, такой маленький подожди. Босик. Все, он уже здесь. Нет, я не готов. Я уже сражаюсь. Готов ты, не готов, надо сражаться уже. Ну а зачем ты сражаешься, если я не готов? Взрывы, аккуратно, назад. Твою налево, ну что ж ты... Давай. Да ты умереть мог, если еще один-два взрыва и все. Куда ты полез? Они же взрываются. Куда я полез? Они же взрываются. 21 левел. Подожди, что-то дали мне? Опять взрываться будешь? Бонич, да иди ты нафиг с таким подходом вообще. Подожди, серьезно, ты второй раз бы гуфнулся на одной и той же хрени. Я тебе предупреждаю, не подходи к этим товарищам, они взрываются. Первый раз. Что еще раз? Кнопочки перепутал. Я не хотел на них бежать. Сейчас. Я не на те кнопочки жал. Бонич, сколько тебе лет, скажи мне? Давай. Блин, я играю в игру первый раз, вот миллион спеллов, каждый что-то делает, надо реально все это контролить, это капец просто. 85 тысяч статов, то нажимаю, это я ж привыкаю просто сейчас к этим всем спеллам. У тебя сейчас оставалось 10% здоровья. Да, я убежал.
нормально. Все. Ты не убежал. Давай. Оно взорвалось в тебе. Все. И ты потом убежал. То есть ты бы умер просто, если бы там был еще один взрыв. И мы бы побежали все заново. Короче, внимательней, играй. Блин, не хотел бы я быть твоим сыном. Поехали. Я становлюсь сильнее, вот видишь? Да. С тобой. С тобой я становлюсь сильнее. Хорошо, давай попробуем. Попробуем? Спускаемся. Королевский гробниц. Ох, как же не хочется подыхать. Ты не спустился, ты сражаешься. Ты не, вообще, да, ну да. Зачем ты, зачем? Беги за мной, всегда беги за мной. Не отвлекайся на мелочевку. Я говорю, спускаемся, значит спускаемся. Миш, попроси Банича включить игру на своем. Зачем это? У меня же стрим идет, вы чего? Да, стрим идет. Игры только на стриме нет. А, блин! Блин. Почему? После боссов. Нужно идентифицировать, наверное, его. А правой кнопкой, да? Да, ты уже так делал. Так куда? Кладбище проклятых? За мной. Вот. На меня можешь прыгать. Понял. Лишняя информация, undefined. Белые, синие, желтые предметы не разбираются, если ты их купил в магазине. Я понял. Уже говорили, да. Еще я потерял. Ну, ты меня не потеряешь, если на меня прыгнешь сверху, бонишь, и уже объяснял, каким образом добраться. Ну, что ты... Я тебе говорю, прыгай на меня. Как ты можешь меня потерять, если надо на флажок тыкнуть? Какая разница? Когда ты на меня орешь, я еще... Я еще не ору, я возмущаюсь просто. Я еще не ору, поверь. Я надеюсь, что мы все-таки... Меткий удар! Вот сейчас, вот спокойно объясни мне, где флаг, в какой стороне экрана этот флажок дурацкий? Ты издеваешься? А. Ты его искал час назад. Центр города, чекпоинт. Там стоит флаг. А тут нет флагов. Нет, тут нет флагов. Вот я возле чекпоинта, тут нет флагов. В городе ты, да? В городе? Не в городе. Не в городе? А в городе же они вроде в прошлый раз были. Сейчас все будет. Знакомая, да, процедура? Уже где-то встречал, да? Да, мы неплохо помним, но нормально. Да, давай, ко мне. Вниз. У тебя бутылек откатился? Давай на большую. Вот сюда, вот здесь будем сражаться, где побольше места свободного. Вот этот удар, не подставляйся под него! Вот. Ушел. Не подставляйся, вон. Я не понимаю, что за удар, поэтому... Вот замах, вот этот вот удар. Ага, о, вижу, да. Не под заморозку тоже не подставляйся. Безупречный рубин, ничего себе. Вот чекпоинт, все, зажгли. И в новый Тристрам. Ну что, Бонич, я тебя поздравляю, конечно же. Что я могу тебе сказать? Начало положено, можно сказать. Ты там не умри только, слушай, что ты делаешь там? Господи. Да не, у меня единичка есть, если единичка, я вообще спокоен. Да, еще долго. Особенно в компании с Бонивуром время летит, конечно. Незаметно. Очень медленно оно идет, просто. Нет, незаметно, конечно.